Добрый вечер, Добрый вечер. генерал-майор Багиров Фейрус, и уважаемый наш человек, наш талыш, мы гордимся вами. Я хотел бы вам задать вопрос. Вопрос такой. Керим Керимов, это в Москве, который очень такой великим человеком был. Я хотел бы узнать, кто он такой, кем он работал в Москве. И по национальности кто он? Спасибо. Я очень горжусь, что вы такой вопрос поставили здесь. Я вам кратко, но обширно я не смогу вам отдать. Этот человек был очень секретным человеком. Вот он был председателем космонавтиков. Ну, тогда я был майором должностным. Меня отправили в командировку в космодром. Но когда я был у него, он узнал по моему, значит, личное дело, познакомился и дал такой же вопрос. Говорю, вы откуда? Я сказал, с Азербайджана. Говорит, по-талышски он мне сказал, вы азербайджанец или талыш? Я говорю, талыш. Он начал со мной по-талышски разговаривать. И тут же меня сказал, вы знаете по-талышски какое-то стихотворение? Я говорю, конечно, знаю. Ты, пожалуйста, рассказывай. Я слышал от этого стихотворения свою дедушку. От дедушки. Вот. Татюр, татюр, ангивинашон. Кина мадаба толошон. Толошон тюкей кардан. Кина болор рюкей кардан. Кина будаба саколо. Пунышт баха мафтаполо. Он тут же начал, тоже баталышское стихотворение, значит, сказал... Чырашанга чама бугун, сысыду да сефатугун, омбу, домбу, хамараса, хуштили шире баса. Потом он мне сказал, рассказывал, что корень мой, значит, с Ленкаранского района, древний, Баладинский древний. У меня дедушка там родился, я родился в Нардаране. Я был очень активен, такой, значит, человек. То, что который с детства меня отправили в Москву. Я работал с детства, значит, в Москве в секретных отделах. То, что который сейчас я являюсь генерал-лейтенантом, герой социалистического труда. И вся космонавтика подчиняется мне. В сегодняшний день больше у меня один.